Сегодня готовим суфле из трески. Мы возьмем 400 грамм филе трески, очищенное от кожи и костей. Пропустим филе через мясорубку. Теперь мы заправим фарш, посолим немного и поперчим. И немного орегано. Теперь все перемешаем как следует. Два желтка отправляем в фарш. На 400 грамм фарша идет 8 столовых ложек сметаны. У меня здесь чуть поменьше. Я положу, значит, тоже чуть поменьше сметаны. Размешаем как следует с фаршем все. Две столовые ложки растительного масла. Взобьем два белка. Белки взбили. И теперь мы добавляем их в фарш. Потихонечку вмешиваем белки. Все очень тщательно вымесим, аккуратно вводя белки в фарш. Теперь можно раскладывать по формочкам и ставить в духовку на 180 градусов на 25-30 минут. Мы достали наше суфле из духовки, оно приготовилось. И теперь мы дождемся, пока оно остынет, чтобы достать его из форм. Суфле получилось очень сочное, нежное, очень приятное на вкус. И поскольку оно проходило тепловую обработку в очень щадящих условиях, оно даже, в общем-то, и диетическое. Его могут кушать все без исключения. А для праздничного стола мы можем его украсить, например, помидорками черри, мятой, укропчиком. Еще много чего можно придумать для того, чтобы сделать очень красивое праздничное блюдо. Готовьте рыбное суфле и на праздники, и на будни. Угощайте своих близких, друзей и будьте здоровы!